Конец зимы, начало весны в этом году отличаются обильными снегопадами, которые затрудняют движение пешеходов и транспорта. Неоднократно в администрацию города обращались горожане с просьбой организовать более качественную уборку дворов, тротуаров и дорог. По словам главы Десногорска Андрея Шубина, коммунальные службы работают в усиленном режиме, но при аномальных погодных условиях в этом году их ресурсов недостаточно. 13 марта состоялось очередное заседание Совета руководителей, на котором в том числе рассматривались вопросы благоустройства. К руководителям предприятий с призывом оказать содействие в очистке города от снега обратился глава Десногорска. В течение вот этих двух дней постараемся привести город в порядок. Потому что, да, очень много у нас вопросов, нареканий жителей. Вот, ну, есть определенные, так сказать, трудности муниципалитета, да. Поэтому вот мы решили выйти на совет. Совет руководителей нас услышал, оказал помощь, поддержку. Ну и мы же недаром говорим, что мы единая команда, да? Город и станция неразделимы, как и наши предприятия, которые ходят в данный совет. Поэтому я думаю, что мы наших горожан буквально через короткое время порадуем чистым, уютным, опрятным городом, который привыкли наши горожане видеть. А так как впереди у нас с вами 18 марта, и в этот день пройдет не только выборы президента Российской Федерации, а и голосование по комфортной среде. И в целом в этот день будет большое народное гуляние. Это будет праздник для всех горожан. Предприятия города дополнительно выделили на уборку снега 15 единиц техники. На данной работе привлечено 21 единица техники. Хотелось бы выразить огромную благодарность совету руководителей, которые оказали помощь в выделении этой техники. Мы выполняем работы по очистке пешеходных зон от наледи с обработкой песко-соляной смесью, а также вывоз снега с улично-дорожной сети. Снег вывозим на специально определенные места. Это окружная автодорога Н-12 города. В управляющей компании «Смоленская АЭС-сервис» находится 14 многоквартирных домов в 4-м микрорайоне. В сложных погодных условиях службе приходилось бороться с заносами дорог, тротуаров, сбивать сосульки и очищать кровли домов. Сейчас, в данный момент, у нас тротуарные пешеходные дорожки очищены, проезды очищены. Сейчас выполняем работы по вывозу снега с придомовых территорий. Именно сейчас помощь предприятий города для коммунальных служб очень важна. Совместная уборка поможет предотвратить обильное таяние снега при повышении температуры. Наступают периоды многочисленных перепадов температур, обледенение, к сожалению, усиливается. И поэтому нам приходится усиливать свои бригады. И здесь, конечно, с большой благодарностью мы встречаем помощь, которую нам оказывают предприятия города, градообразующие предприятия, руководство города. Совместными усилиями, в принципе, по силам не только с авральными условиями справиться, весенними, вот, но и, в принципе, любые задачи решить.